Всем привет! Особенно большой привет владельцам Kia Sportage. Это видео будет посвящено автомагнитолам по Kia Sportage. Как вы видите в видеообзоре, стоит устройство, в шутку называют плазмой, 9 дюймов и автомагнитола с DVD 8 дюймов. Ну, давайте сначала о самом главном. Если вы размещаете заказ на какую-либо из них, ну вообще кореец, всегда уточняйте комплектацию. Объясню почему. Автомобили с усилителем, но без штатной навигации, имеют одно решение. Автомобили с усилителем и со штатной навигацией в рестайле имеют другое решение. В дорестайле опять же другое. Вы посмотрите, вот я сейчас все колодки соберу. Видите? Страшно стало? Поэтому доверьтесь профессионалам, сообщите свою комплектацию, год автомобиля, мы вам подберем нужную колодку в предзаказе. Как говорится, кто не спрятался, кто спрятался, тот сам виноват. Ну, а теперь разберем детали. Аппарат на Kia Sportage только один, с DVD, оказался не хуже, чем экран 9 дюймов по качеству картинки. Только разрешение немножечко проиграл, я позднее покажу. Ну и сейчас вот видите там, нихау, кричит вам девочка. Сейчас мы включим клип и посмотрим чуть картинку, а потом уже перейдем к технической информации. Олег, я сам запущу. На старт, внимание, марш. Не получилось. Ну, девчата едут, веселятся. Картинка видна, да? Не знаю почему, сделал свет в офисе светодиодный. 1000 люкс на приборе, как в операционном столе, но видео почему-то все равно камера темнит. Не знаю, с чем это связано. Под... Вот такой у меня фонарик есть светодиодный. Осмотрим, да, как бы. Там дырка под аварийную кнопку, а обоих устройств подсветка диодов штатная. Ладно, включаю. Ладно, хорош на женщин смотреть. Давайте теперь к нашим баранам. Парам-пам-пам. Вот смотрите по экрану. Playmar слово, видите? А здесь Playmar. Экраны оба неплохие, они имеют разные цветовые оттенки. Да, это видно глазу, не знаю, как видно ли на камеру. Но экраны реально оба неплохие. Только разница в плотности пикселей. Там Playmar целое слово, а здесь Playmar обрезано. Но это также можно там встретить в разных местах. Так, софт. Видите, перезагрузка, а здесь перезагруза. Что-то не влазит тихонько. Но самая основная головная боль — это DVD-привод. DVD-привод, к сожалению, штука ненадежная. Как мы не старались его улучшить и так далее. Вот этот аппарат продал и забыл. Статистика, 800 отдали всего без DVD. Только одна сломалась за 5 месяцев. Круто. Про это... Как говорится, о покойниках либо говорят хорошо, либо плохо. Ой, либо ничего не говорят. Я ничего не буду говорить. Сейчас я вам покажу этот. Сейчас найду MP3 диск. Есть MP3-шечка, ребят? Нет. Нету. Ну, короче, там DVD интерфейс ужасный. И, к счастью, на сегодняшний день, ну, видите, он не включается. Ну, там еще и транспировочные болты вкручены. Ладно. Короче, почитайте форум, поверьте на слово. Никто счастья особого от DVD-привода не испытывает. Поэтому тенденция нашей компании — переход в сторону аппаратов без DVD-привода. Ну, ладно, давайте теперь по колодкам поговорим. Решение, это уже объезженное решение с DVD-приводом, вот на одном канадаптере. Фирма вот такая. Вот этот адаптер работает хорошо. А с автомобилями Dory Style со всеми. Но Dory Style нужна вот такая вот колодка. Вот она, видите, сила отрезана. Сила отрезана. Вот.
используется SPDIF только вход. Сюда. Поэтому если вы сообщаете, что у вас дорестайл, машина в топе со штатной навигацией, соответственно, усилителем, вам нужна будет вот эта колодка вот с этим канадаптером, с этой магнитолой. Если у вас средняя комплектация, либо рестайл богатый, вот такая. Но вот этот канадаптер с рестайлом не работает. Ну и самая низкая комплектация, он просто Kia Euro используется без каких-либо канов. Это усилитель, тогда отсутствует. Усилитель находится под пассажирским сиденьем в вашем автомобиле переднем. То есть, если вы вообще ничего не знаете про свой автомобиль, обходите машину с другой стороны, ну, я имею в виду, что водитель, залазьте под сиденье, смотрите, есть, нету. Если есть, все, значит, вам нужен канадаптер. Какой? Дальше уже нужно только определиться. А вот это решение на двух канах от Sorento 15 года, оно более универсальное, оно запускает на всех машинах с 10 года усилитель. У нашего сотрудника Kia Sorento 2010 года, вот мы ему на двух канадаптерах решение сделали. Тут нужно указать только при заказе, рестайл у вас машина или дорестайл. Если дорестайл, опять же, нужна колодка будет Kia Euro под кан, которую я вам показывал. Вот с таким вот разъемом, но только под канадаптер. Кинул далеко, извините, не добежать. Вот. Ну, если вы обычный человек, не забивайте себе голову, просто скажите при заказе год машины, комплектация, если у вас усилитель нету, если камеры нету, и если штатная навигация или нет. Вот, собственно, и все, что нужно при заказе. Остальное мы вам подготовим и сделаем, чтобы было, как говорится, как в аптеке. Ну все, вот такой вот видеообзор. Да, еще мой знакомый программист Анатолий вот взял вот такой аппарат. Я надеюсь, он ко мне скоро приедет в гости поковыряться с DSP-процессором. И я выложу уже видеообзор, как эта штука стоит в автомобиле. Спасибо, конец связи. С вами был я, Медведев Евгений. Если видео было вам полезно, либо просто понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех новостей компании Red Power. Конец связи.